Всем привет, с вами ведущий Роман Акимов. Вы находитесь на моем YouTube-канале в плейлисте «Площадки Москвы и Подмосковья», где я показываю различные отели, рестораны, загородные площадки Москвы и ближайшего Подмосковья. Сегодня мы будем видеообозревать с вами отель, или даже как на Яндекс.Картах правильно называется, гостиница «Бородино». Находится на Русаковской улице в Москве, дом 13, строение 5. Я хотел показать вам зал Кутузов, где я буду сегодня проводить корпоративный квиз, но покажу, наверное, даже чуть больше. Вижу тут знакомый зал Денис Давыдов, в котором я работал лет 10, наверное, назад. Вот, поэтому сейчас с него и начну видеообзор. Итак, мы находимся в фойе отеля «Бородино». Вот так вот это все выглядит сверху. И на втором этаже зал Денис Давыдов. Вот он, портрет героя войны 1812 года. Вот еще один портрет, и мы заходим в зал. Я специально хочу показать сначала общий план зала, как он выглядит, и давайте пойдем посмотрим, что там внутри, поподробней. Итак, здесь, видимо, только что закончилось мероприятие. Видим здесь комплект звука, порталы со светом, ну, явно, что это все стационарное, не привозное. Вот такой микшерный пульт, комплект звука, но, возможно, я не знаю, не буду говорить, стоит ли это дополнительных денег или в аренду, но вот мы сегодня, наши заказчики берут звук в аренду. Итак, мы снова находимся на том же втором этаже. Я вам поподробнее покажу лобби, бар, Барклай. Вот мы его видим. Вот зал Денис Давыдов как раз, из которого мы только что с вами вышли. Он находится на втором этаже. Есть еще третий этаж, и там находится конференц-зал Багратион, который я тоже сегодня постараюсь вам показать, чтобы было полное представление. Итак, мы поворачиваемся и идем в зал Кутузов, где сегодня у нас будет мероприятие. Корпоративный квиз на 100 гостей. Здесь сейчас идет такой саундчек, подготовка. Нам ставят две плазменные панели по 47 дюймов и большой экран. Все это будет запараллелено. Также комплект звука дополнительно заказчик заказывает у самого отеля «Бородино». Я показываю вам общий вид зала. Банкетная европейская рассадка, круглые столы. Ну, вот так вот выглядит зал. То есть все достаточно просто, понятно, четко видно. Может быть, не совсем гламурный вид, но я показываю зал сейчас не в идеальном его свете, а именно на этапе подготовки к мероприятию. Здесь кофемашины видим. Ну и, в принципе, судя по вот этому... Что мы видим с вами, это здесь проходят завтраки, обеды, ужины, шведский стол, все как полагается. Но вот в данный момент у нас здесь будет банкет. Зал Кутузов, еще раз напомню, мы с вами смотрим. Итак, я все-таки поднялся на третий этаж, конференц-холл «Багратион». Дождался, когда уйдут все люди, чтобы никого не снимать. И давайте вам покажу, что здесь с точки зрения конференц-холла. Ну, все достаточно просто, понятно. Такой квадратный зал, стулья, экран, что удобно для презентаций. И такой традиционный общий план. Покажу, как это выглядит. Вот проектор. Выходим из зала. Это уже другой выход. И попадаем в такую зону welcome, где проходит сбор гостей, кофебрейки, перерывы. Здесь же мы видим столик регистрации справа, где проходила регистрация участников конференции.
И вот такой вот я делаю круг. И мы снова выходим на лестницу. И вот тот самый вход, куда я зашел в начале обзора. Я надеюсь, что мой видеообзор из отеля Бородино был для вас интересным, полезным. С вами был ведущий Роман Акимов. Вот здесь вот есть на него ссылочка. Зайдите, посмотрите, возможно, он пригодится вам тоже. Всего вам доброго, до новых встреч, до новых видеообзоров. Ну, а я пойду поработаю, что ли. Пока-пока.